Они заметили нас. Скорее в магазин. Они хотят нас перехватить. Надеюсь, ты стоишь тех сил, что мы положили на это. Бежать вам некуда. Джейкобс, ты нам нужен. Стреляй, не спи! Двое лезут через забор. Целься в голову, береги патроны. Руки за спину. Целься лучше. Назад теперь пути нет. На твоих руках кровь корейцев. Ты теперь в сопротивлении. Хватай винтовку. Они лезут через крышу. Еще двое спереди. Сиди в укрытии и не высовывайся. Готов. Перезаряжаю. Прикройте меня пока. Собирай все полные рожки. Не оставляй врагу патронов. Впереди бензоколонка. Корейцы используют ее как склад топлива. Я знаю короткий путь через окраину. Нужно успеть до того, как рванет. Выполнение приказа карается смертью. Противнику автобуса! Хочешь, чтобы тебя пристрелили? В укрытие! О, да! Живо в переулок! Мне казалось, что все должно пройти быстрее и спокойнее. Внутрь! Не высовывайся! Я под огнем, Джек! Не оставляй гранаты валяться! Заряжаю! Транспортный вертолет! Снова эти ублюдки! Шикарно! Как на стрельбище! Здесь гранаты! О, да! Мне нужны бросай патроны! Бросай гранату! Всем нужны! Экономьте что-то! Они забрали бросай справа. Гранату! Еще транспорт! Будем зализывать раны. Надо идти, пока не пришло подкрепление. Что еще? Уна Дакона, пилот с нами.
Не парься, это просто бензоколонка. Должно их замедлить. Мы идем на Ривер-Роуд. Встретимся там. У меня нет времени спорить. Что это было вообще? Бун считает, что мы не должны подвергать опасности местных жителей. Он скорее поставит под удар всю операцию. Успокойся. Он просто заботится о людях. Не стреляй. Так, не высовывайся, пока он не пойдет. Там их целый отряд. Мне кажется, они нас не заметят. Оставаться здесь, не двигаться. Ждем, ждем, спокойно. По моему сигналу. Пошли, пошли! Все чисто. Срезали. Я не ожидал, что за нами пошлют целую армию. А ты чего хотел? Разворошили осиное гнездо. Читал твое дело, Джейкобс. Надеюсь, это не лажа. Джейкобс, лезь наверх и прикрой нас, пока мы осматриваем двор. Держись, мы через забор! Кто следующий? Мою позицию обстреливаю! Еще один вертолет! Низко! Противник! Получайте, ублюдки! Ничего, пойдем! Перезаряжаю! Прикройте меня! Противнику крыла! Готов! Он не шевелится! Перезаряжаю! Прикройте меня! Пулемет! Окно на втором этаже! Планы кончились. БТР! Уходим со двора! Оббегаем слева! Ложись! Пушка разнесет тебя в клочья! Хрень, мы даже не поцарапаем. Нужна взрывчатка. Мы отвлечем его. Заходи с фланга. Кто следующий? Надо как-то подняться выше. Иду в огня. Граната. Идите, чурагуди, лэнда-лэнда. Идите, ну, пойдем. Иду в огня. Лезь в окно.
черт возьми! Получайте, ублюдки! Я под огнем! Лезь в окно! Нужна взрывчатка, чтобы завалить БТР! Найди что-нибудь! Охренеть, мать твою! Ривер-роу там, за дворами. Странно, что люди живут так близко к обломкам. Еще страннее, что они до сих пор нам не помогли. Сраные трусы. Не иначе Эми поджарила им яйца. А то при виде падающего с неба самолета все должны хвататься за пушки. Может, они пока не готовы к бою? Корейцы их не волнуют. Они просто пытаются хоть как-то выжить. Кроме того, Бун дал тебе приказ. Буна здесь нет, а мы должны выжить любой ценой. Эй, у нас тут семьи! Нам неприятности не нужны! Успокойтесь! Мы дождемся остальных и сразу уйдем! Я уверен, что за нами нет хвоста. Мы уходим. Расходитесь по домам. Не будем привлекать внимание. Черт, Коннор, я сказал, не лезьте сюда! Еще не хватало устроить бучу прямо в жилом квартале! Нам больше было некуда идти! Повсюду полно корейцев! Мы должны сражаться за этих людей, а не прятаться за их спинами. А кто прячется? А ну прекратите оба! Ты пилот, верно? Я Бун Карлсон, командир ячейки. Американские войска собираются в Сан-Франциско. Им нужно топливо. И ты поможешь нам его достать. Том, сейчас же! Этого еще не хватало. Они прорываются! Мы на вашей стороне, мэм! Успокойтесь, мы защитим вас! Защищайте фасад дома! Нет! Нужно отвлечь огонь от гражданина! Все будет хорошо! Прячьтесь тут. Мы придем за вами, когда все закончится.